В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы в детском саду «Ивушка» прошло праздничное мероприятие «Мы помним, мы гордимся». Праздничный концерт прошел 28 апреля. В нем принимали участие воспитанники старшей группы «Пчелка». Концерт завершил тематические мероприятия, посвященные 9 мая, которые проходили в саду в течение недели. Совместно с воспитателями и музыкальным руководителем дети подготовили насыщенную праздничную программу. Читали стихи, исполняли патриотические песни и хореографические номера. Так девочками был исполнен танец «Синий платочек» – трогательная история о прощании и надежде. Парад Победы в миниатюре. Так можно описать происходившее в этот день в Ивушке. Открывал концерт торжественный марш, а закрывал бессмертный полк. Два центральных события настоящего парада. Мероприятия, направленные на воспитание любви и гордости к героическому прошлому нашей страны, проводятся для детей каждый год. Сохранить историю в будущих поколениях, вырастить патриотичных и благодарных детей – этим целям посвящена важная часть воспитательного процесса малышей. Дети знают, чему учат, какая была война, какой ценой она завоевана, наше счастье. И дань уважения, они понимают эти все слова. День Победы, война, подвиг, медали, ордена. В рамках недели Победы в садике проводились выставки детских рисунков, были созданы уголки памяти и открытки поздравления для ветеранов. Также с детьми проводились беседы о Великой Отечественной войне и даже была организована онлайн-экскурсия на Курган Славы.